Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас покатушки высотокорса, онлайн заезд 7 кругов, спа-франкошамп. Я в BMW GT3 класса Z4, передо мной два Porsche, сзади Ferrari с класса GT2. В общем, я в самом-самом классе квалифицировался на третьем месте. Так, кто-то делает фальшстарт, старт! Сейчас на старте меня, конечно, будут обгонять более быстрые машины. Но попробуем потом по ходу гонки отыгрываться. Как кубок рядом с Porsche. Так, сзади более мощный Porsche меня преследует. На хвосте. Уруш. Ух ты! Блин, срезал я Уруш. Штраф мне впаяли в 10 секунд. Сейчас надо будет замедлиться, но не здесь, не в этом месте. Так, оттормаживаемся. Porsche, который за мной ехал. Ух ты, как он там опасно. Ух, не доходит дело до контакта. Так, а вот здесь я, пожалуй, сброшу скорость. 10 секунд. Сбрасываем скорость. Все, можно ускоряться. Так, ускоряемся. На восьмую позицию смещаемся. Так, кто-то ошибается. Впереди более мощный корвет. Так, BMW GT2 класса за мной преследует. Выдавливает меня. Так, бок о бок, друзья, борьба бок о бок. Это борьба. Так, оторвались. Феррари ошибается. Ух! Корвет проносится сквозь Феррари практически. Так, продолжаем преследовать корвет. Идем на шестой позиции, друзья. 7 кругов гонка. Так. Я на BMW Z4 GT3 класс. Везде вокруг машины с более мощного класса. В своем классе я иду на первой позиции, я так понимаю. Ух ты! Как меня здесь наружу выкинуло. Аккуратно оттормаживаемся. Так, главное, чтобы не было контактов. Отлично, ни спереди, ни сзади. Продолжаем преследование корвета. Блин, разгоняется он, конечно, быстрее. Попробуем торможение, в поворотах что-нибудь сделать. И на выходах. Так, он ошибается на выходе, друзья. Но все равно. Это ему не мешает быть быстрее меня. Так, сейчас будет уруш. Главное попасть на апекс. Очень опасно есть. Попадаем на апекс. 246 км в час, друзья, на апексе. Офигеть. Лучше мы вышли. Смотрите, теперь слепстрим. Слепстрим за корветом. Идем на четвертой позиции. Корвет смещается внутрь. Оттормаживаемся. Главное, чтобы не было контакта. Так, по внешней стороне проходим корвет. Отлично. Лучше мы прошли эту связку поворотов. Отрываемся. Стремляемся в погоню за тройкой в Porsche. Вот это борьба, друзья. Точнее, не за тройкой, за двойкой. Мы уже на второй позиции, оказывается. Ой, на третьей. Мы идем на третьей позиции. Так, ну сможем ли мы достать Porsche, который гораздо более быстрый, конечно. Так, оттормаживаемся до четвертой передачи. Газ в пол. Тяжело будет Porsche достать. Они там между собой борются. Пока не борются, может быть, есть шанс. Догнать, приблизиться к ним, пока они там борются бок о бок. Внимание. Ход закидываем. Отлично, отлично. Газ в пол. Хорошо прошли эту связку поворотов. Так, не вижу, кто там сзади. Сзади нас преследует кто-то, по-моему, на Макларене. Тоже, кстати, класс GT3, как и у меня. Да, Макларен, сзади Макларен. Это будет борьба, это непосредственно мой соперник, друзья.
он на торможениях поэффективней. Сейчас мы зарубимся с Маклареном. Я, пожалуй, на самом деле не буду с ним рубиться. Пускай он меня обгоняет, догоняет Паршей. Подпортит себе резину. Если сейчас вдруг меня догонит, он начнет меня атаковать, я его лучше пропущу. А потом в конце гонки мы его обгоним. Так, красная вода. О, отлично, попадаем. Опять 246 км в час. Хорошее прохождение поворотов. Итак, нам 1,5 секунды до второго осталось. Да, блин, мне бы такой Porsche, я бы сейчас бы уже впереди ехал, друзья. Porsche, к сожалению, все были заняты. Но McLaren, парень, хорошо идет сзади. Но McLaren, правда, хорошо очень идет. Может навязать нам борьбу. Porsche не очень, если честно. Четвертая передача. Да, в повороте в этом меня догоняет. Настройки у него лучше. Я вот не могу здесь быстрее пройти. Чуть-чуть, но приближается он ко мне. Вот это борьба. Третий круг дистанции, друзья, идет. Все, уже на хвосте. Он уже на хвосте. Сейчас я его пропущу. Сейчас я его где-нибудь специально пропущу. Не буду с ним бороться. Пускай он сам поборется с Porsche. Так накатывает, видите, напрямой накатывает с экстримом. Сейчас я его пропущу. Давай. Так, проходит. Сейчас. Тут главное правильно тактически действовать. Да, у него по передаткам лучше, видишь, эти числа, потому что разгоняется быстрее. Так, тут круговой. Отлично. Хорошо, что ушел в сторону и не помешался. Вот он сейчас будет с Porsche бороться. Они будут бороться, мы этим тоже воспользуемся, друзья. Четвертый, ух ты, как он хорошо вышел из красной воды, смотрите. У него просто супер настройки, очень крутые настройки. Блин, без потерь, что называется, обогнал Porsche. Ну-ка. Сейчас подъехать надо. Подъехали, подъехали в этом месте. Так, подъезжаем. Вот это борьба, друзья. Вот это гонка. Какие равные соперники попались. Класс. Редко так бывает в онлайн-играх. Ах ты, блин, слабее. Видите, не хватает неприжимной силы здесь. Сносит наружу. Ну и мощности тоже не хватает. Машина все-таки из класса GT3. Торможение до третьей. Тут еще вопрос, хватит ли резины, потому что все на суперсофте. Зависит от того, кто как резину расходует экономично. Так. Продолжается погоня за Porsche. На прямых участках, конечно, не отрываются. От пятого мы уже оторвались на 6 секунд. Даже больше. На 6 секунд, да. Давай, давай, заруливай, дорогая. Есть. Попали в этот раз мы нормально. Уже топливо поменьше стало. Так. Вот это борьба. Не получается у меня его обогнать, друзья. Не получается подъехать на расстояние атаки. Надо как-то рисковать. Он, в свою очередь, тоже рискует на Макларен. Ух ты! Все, ошибся, друзья.
ошибся, выехал на Страсендорф. Все, там очень скользко. Снаружи очень скользко, газ, ну, в пол ни в коем случае нельзя жать. Ну что, мы на третьей позиции. Сможет ли Макларен догнать впереди идущий Порше? Блин, уже резина уже не так хороша, как в начале гонки. Я в квалификации проехал за минуту 18 ровно, друзья. На секунду медленнее иду, чем я мог бы идти. Что-то никак не получается поймать ритм. Да, получается, зря я так без борьбы Макларен пропустил. Не знаю, может, все-таки удастся еще его догнать. Место тоже неплохое. Ай-яй-яй, давай, заруливай. Отлично. Сейчас самое интересное начнется на последнем круге, когда вот по покрышке у всех. Чтобы никаких круговых только не было и не мешал, чтобы никто. Пятый круг идет. Отлично. Да, догоняет он первого. Сейчас у них там будет борьба, надо этим воспользоваться. Особенно учитывая последние круги дистанции. Шестой круг начинается. Резина уже изношена. Сейчас они могут резину там добить в борьбе. По чистой скорости не могу, к сожалению, с ними бороться. С Порше по причине того, что у него просто мощнее машина. На Макларене парень очень хорошо едет, у него очень хорошие настройки. Я тут настройки быстренько подобрал. Квалификация. Что получилось, то получилось. Так, 3 секунды нам до второго. 3 секунды. Давай. Отлично. Хорошо проходим. Так, у Porsche уже, по-моему, проблема с резиной начинает перетормаживать. Так, там произошел размен позиций. Смотрите, в каком месте, необычном. Да, у Porsche, похоже, начались проблемы с резиной. Смотрите, нет, Макларен ошибается, и мы в итоге проходим. Или это Porsche врезался. Друзья, мы в итоге на первом месте. Вот так вот, видите. Тактика сработала. Так, ну сейчас они будут постараются меня на последнем круге все-таки опередить. Я думаю, Porsche бросился за мной в погоню. Далековато ему, конечно, до меня, учитывая то, что покрышки его, видимо, сильнее подукатал, чем я. Да, смотрите, отрываюсь. Уже секунды и 0,2. Макларен еще где-то вылетел. Блин, ну догоняет напрямой. Мощнее Porsche. Максималка у них больше, где-то по 270 максималка здесь. Итак, входим. Начинается последний круг, друзья, дистанции, мы лидируем. Вот это гонка. Так, не ошибиться здесь. Нормально. Отлично. Не подпустили, самое главное, не подпустили на расстояние атаки, чтобы он не мог воспользоваться слепстримом после красной воды. Теперь надо аккуратно пройти красную воду. Резину уже отлично попали на Апекс. Резину уже не к черту, что называется. Фух, ну идем, друзья. Идем пока на первую позицию.
позиции. Последний круг дистанции, надо собраться. Третья передача. Ух ты, блин, заносит меня, друзья. Резина уже. Резина поплыла. Блин, резина поплыла. Надо аккуратней, поаккуратней быть. Пускай он атакует, ему надо меня догонять. Ему надо рисковать. И надо свести риск к минимуму. Так, опасный поворот. На убитой резине особенно опасен. Так, не подъехал, не смог он нам здесь подъехать. Это радует. Третья передача. Сейчас главное хорошо выйти. Отлично. Уходим. Ну, давай, давай, тащи. Отлично, друзья, представляете, я на более слабой машине. С более слабого класса, из класса GT3 лидирую в гонке. Porsche меня не смог догнать, ошибся он там. Он ошибся, мы увеличиваем расстояние. Но он вынужден рисковать. Резина уже не позволяет атаковать на максимум. Так, последние повороты. Так, небольшая блокировка. Ну все, друзья, мы выходим из последнего поворота. И победа, победа. Отлично. Какая гонка была. Вот эта гонка, друзья. В итоге все-таки мы смогли победить. Все-таки тактика моя принесла успех. Принесла мне победу. Тактика. Посмотрим отсюда, кто там на третьем приехал. Третьем непонятно кто. Приехал уже на третьем. Просто вышел. А вот он, Макларен, кстати. А нет, это был не Макларен. Это был Ламборгини. Нет, Макларен где-то еще больше вылетел, видимо. Но он слишком агрессивно вначале ехал, убил свою резину, я так предполагаю. Отсюда и были все эти ошибки на последних кругах, о чем я и говорил. Итак, друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Была очень интересная гонка. Всем до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока.